Привет всем! Вы смотрите обзор Sidex Lab, посвященный видеорегистраторам. Что важно для каждого человека, владеющего автомобилем? Естественно, возможность не только уберечь своего железного питомца, но и зафиксировать все моменты его жизни. В том числе и негативные, такие как столкновения, спорные дорожные ситуации, да и посягательства со стороны тех или иных лиц на ваше дорогостоящее имущество. Решение для всего вышеперечисленного появилось сравнительно недавно, но очень быстро стало популярным. Оно простое и логичное – автомобильный видеорегистратор. Развитие цифровых технологий, все более стремительное в наше время, давно сделало доступным недорогие и надежные устройства, которые умеют записывать видео даже в HD. Кроме того, они могут записывать звук, путь по GPS, отображать скорость движения, фиксировать данные при столкновении, автоматически включать запись при старте двигателя и многое другое. Все это помещается, как правило, в небольшое автономное устройство, работающее как от автомобильной зарядки, так и от собственного аккумулятора. Одним словом, удобно и особых проблем при установке не возникает. В этом обзоре Sidex Lab исследует доступную и функциональную модель видеорегистратора, которая обеспечивает настоящее HD-качество записи в формате 720p и прочие полезные возможности. Упаковка устройства несет на себе всю нужную информацию. Особо отмечены поддержка SD-карт большого объема, наличие HDMI-выхода и использование качественного кодека H264 для видеозаписи. А вот что внутри коробки. Видеорегистратор с LCD-экраном. Инструкция пользователя, в том числе на русском. Съемная аккумуляторная батарея. Автомобильный держатель. Автомобильное зарядное устройство с длинным кабелем. USB-кабель для подключения к компьютеру или зарядки. Видеорегистратор DVR HD720P 6IR не несет на себе брендов, за которые покупатель доплачивает лишние деньги. Это устройство само по себе обеспечивает отличные характеристики видеозаписи и прочих функций. Корпус данной модели выполнен из хороших материалов, а матовая поверхность делает устройство более практичным. Дизайн вполне универсален. Видеорегистратор имеет большой поворотный LCD-дисплей, на котором можно как отслеживать текущий процесс записи, так и просматривать уже записанные видеофайлы. Под экраном находятся 4 кнопки управления. Сам экран можно повернуть аж на 270 градусов. Рядом с поворотным экраном расположен встроенный микрофон. На передней части устройства 6 инфракрасных светодиодов и объектив 3-мегапиксельной камеры. Снизу находится сенсор освещенности, встроенный монодинамик и резьба автомобильного крепления. Здесь же располагается отсек для установки аккумулятора. На оборотной стороне регистратора кнопка включения и кнопка записи. Сбоку находится заглушка ниши, где расположены USB-порт и HDMI-выход. Здесь же разъем для подключения автомобильного зарядного устройства. Слот для установки SD-карты можно найти на противоположной стороне. В комплекте с устройством поставляется надежное автомобильное крепление, которое позволяет установить видеорегистратор практически на любой гладкой поверхности. Съемный аккумулятор, совместимый с Nokia BLC4, позволяет использовать сменные батареи, если устройство используется без внешнего питания. Несмотря на доступную цену, DVR HD720P 6IR обеспечивает достаточную производительность при записи видео и минимальные задержки между блоками записи. Широкий угол обзора позволяет регистрировать большее количество событий перед автомобилем. 3-мегапиксельная камера и ITSMOS-матрица в 1/4 дюйма обеспечивают достаточные характеристики для HD-видео в формате 720p. Для сжатия видео используется эффективный кодек H264, дающий сейчас наилучшее соотношение качества картинки и размера файла. Видеорегистратор благодаря этому записывает видео с высоким уровнем четкости в HD-формате 720p с частотой 30 кадров в секунду. Кроме видео, конечно, можно записывать и окружающие звуки при помощи встроенного микрофона. Поворотный TFT LCD-экран дает возможность отслеживать процесс записи видео, настраивать параметры во время записи и просматривать уже записанное видео со звуком, воспроизведение которого обеспечит встроенный динамик. Есть возможность выводить видео на внешний монитор через HDMI-выход. Оборудован видеорегистратор и инфракрасной подсветкой, включающейся автоматически и дающей возможность съемки в темноте. Работает также детектор движения.
Кроме видео, регистратор можно использовать и как цифровой фотоаппарат. Соответствующий режим для этого присутствует. Поддерживаются SD-карты объемом до 32 ГБ стандарта SDHC. Запись может вестись блоками разной продолжительности. При переполнении карты памяти возможно включение перезаписи более старых видеофайлов. Запись видео может начинаться автоматически при старте двигателя. Запустить или остановить ее можно и вручную. Меню устройства интуитивно понятное и позволяет быстро выполнить необходимые настройки. Можно достаточно легко перейти в режим просмотра и найти ранее записанные файлы по дате. При просмотре видео поддерживается воспроизведение звука, перемотка и переход к следующему или предыдущему файлу. Несколько примеров видео, записанных именно на DVR HD720p 6iR, можно найти на странице товара в интернет-магазине Sidex. В итоге видеорегистратор DVR HD720p 6iR показал отличные результаты при записи видео, широкий функционал, покрывающий почти все запросы владельца автомобиля, а также устройство отличилось замечательной ценой. Доступный и качественный видеорегистратор с отличными техническими характеристиками. Sidex Lab пользуется и рекомендует.